Это видео хотел бы снять, ну, своего рода поделиться своими мыслями, своими наблюдениями. Зачем же, ну, лично мне все-таки гуси? То, что стандартно гусей заводят ради, ну, обычно трех вещей, ну, даже ради двух вещей. Это, ну, собственно, гусиное мясо, очень вкусное, очень полезное. И, во-вторых, это яички. Но кроме этих еще двух вещей, заводят гусей ради пуха, кто-то делает пуховые подушки, пуховое одеяло. И это действительно очень ценные изделия, продукты, которых сейчас просто так не купишь. Везде синтетика. Ну и стоят они сейчас намного дороже всей этой синтетики. Но еще лично я почему гусей завел? Даже не из-за этих всех вещей, ну тем более подушки с отделами я шить точно не собирался. А у меня была проблема с уходом за садом, за огородом после того, как я снял оттуда весь урожай. И огород с садом начали бурно зарастать, потому что у меня не было времени на их обработку, за уходом. Просто физически не было времени. Время мне занимали какие-то другие дела или работа. И это требовало какого-то решения. Решение я увидел, ну, просто решил попробовать завести гусей. Для того, чтобы они просто пощипали травку и почистили сад. Держал я их сначала в саду. И когда они подросли и начали уже вольно гулять по саду, щипая травку, где захотят, то я увидел очень красивый результат, когда у меня просто исчезла вся трава в саду. Гуси все под осень выели, с корнями порей весь выдергали. И в саду осталась просто гладкая земля. Ну, конечно, уплотненная, потому что они потоптались там по ней. Но это дало свой эффект на, грубо говоря, 2 года. У меня на следующий год, на будущий год после их травы не было вообще. И через год было травы очень мало. Но после этого так сложились обстоятельства, что у меня появились козочки. И когда козочки подросли, я их стал выводить и оставлять одних на выпас за оградой. И когда гуси подросли, уже вторая партия гусей, они подросли, и понятное дело, что и в саду они обрабатывают земельку. И я их стал выпускать за ограду. Но я понял, увидел такую вещь, что гуси любят ходить возле коз. Они здесь среди коз и отдыхают, спят. И даже какие-то собаки, люди уже какие-то посторонние, они уже сюда не подходят, потому что видят гусей. Гуси могут пошипеть, там, покричать. Ну, этим самым защитить и себя, и козочек от внешнего, так сказать, вмешательства. Ну, по крайней мере, какую-то свою роль охраны все-таки они выполняют. Еще я заметил такую вещь, что ночью, если какой-то шорох, что-то происходит возле ограды, или в ограде какая-то кошка бежит, или что, собака, она может не проснуться, ничего не увидеть, не услышать, даже продолжать спать. Гуси обязательно они встанут и начнут кричать, наводить шум. И, конечно, из дома тоже гусей это слышно, когда они начинают кричать. И уже, ну, можно будет выйти, посмотреть, что такое, что случилось. В общем, как охрана, такая своеобразная, как сигнализация, гуси себя показывают хорошо. Тем более, что гусей как бы подкупить не получится, прикормить их, там по головке погладить. То есть такой номер не пройдет. Если с собакой можно подружиться и потом этим воспользоваться, то с гусями
не получится. И получается, что в принципе мне как мясо они редко пригождаются, потому что тех всех гусей большинство я пораздавал. Первую партию, которую заводил, эту партию, возможно, я тоже пораздам. Возможно, я оставлю, я не буду ее убирать, потому что так как у меня появились козочки, то постоянный присмотр за ними, ну, не помешает мне, опять же, находиться возле козочек. Не всегда есть возможность. А так с утра вывел их, калитка открыта, гуси всегда выходят и находятся рядом, всегда рядом. Они освоили эту территорию, уже считают это своим домом. У них там, ну, есть место, где они всегда ночуют, есть вода, есть покушать, попастись здесь возле дома. Есть такая вот прилегающая территория, позволяющая им попастись. В общем, есть все условия и небольшое количество гусей. Я думаю, будет у меня всегда теперь. Потому что я также узнал, что гуси живут до 80 лет. Ну, по крайней мере, в дикой природе. В хозяйстве, там, зафиксирован в Америке, там, чуть ли не 50 лет возраст гуся. То есть, в принципе, дальше будут становиться старше, сильнее, крепче. И, собственно, тем самым, ну, будут лучше охранять, естественно. И они уже поняли, что это вот их территория именно, и все, уже спокойнее, по крайней мере. Никакая посторонняя собака уже навряд ли на козочек нападет. Если она будет нападать, то, скорее всего, прежде всего, на гусей. Потому что они меньше, ну, я так думаю, по крайней мере, шансы на это увеличиваются. Ну, и поэтому, пока что-то тут происходит, можно уже будет среагировать. То есть сейчас, на данный момент, у меня основная функция у этих гусей – это, ну, своеобразная такая охрана, ну и приведение территории в порядок, потому что козы не справляются, по крайней мере, такое количество коз. Они, конечно, кушают травку, но кушают в очень ограниченном количестве, и травка перерастает, и эта территория, ну, эту территорию приходится иногда косить триммером, убирать эту травку скошенную. А так, в принципе, гуси вот ходят, пощипывают по чуть-чуть, удобряют землю. В общем, одна польза. Козочки у меня частично привязаны, но одна-две. Бывает, что гуляют без цепи, потому что они животные стадные, и убегать никуда не убегут, если, конечно, их не украдут, если их не увести насильно. Ну так они будут держаться с общим количеством, ну, со стадом. Ну, в общем, вместе с гусями, и гуси кушают травку, и козочки кушают травку. Гармония и идиллия. Потому что заводить собаку для охраны козочек и дорого, и морочно, потому что ее и кормить нужно будет особо, собачку, и не всегда она среагирует, когда нужно будет среагировать, потому что вот единственное, что я сказал, что ее можно и подкупить, и все, то гуси — это, в принципе, неплохое решение. Чужие навряд ли к ним будут подходить. Ну, соседи, они знают уже, понятно. Ну, лишний никто не подойдет, скорее всего, побояться. Поэтому вот для чего нужны гуси. То есть первое — это мяско, очень вкусное, жирное, полезное. И жир, в отличие от куриного, у гусей он полезный. Если куриную шкурку, например, я сразу же выбрасываю с жиром, с куриным, то гусиный жир, наоборот, я собираю и использую потом в жарке, в тушении, в том же самом. В общем, в готовке очень даже вкусно. Когда я попробовал первый раз гусиный жир, я даже удивился тому, какой он вкусный, этот жир. На удивление для меня тогда.
И поэтому с тех пор я уважаю гусей во всех планах. То есть это первое мясо, польза. Во-вторых, это яички, которые они несут, кстати, через день. Ну, в хорошем, конечно, варианте. Через день яйца у них намного крупнее, чем куриные. Держать их может быть даже проще, потому что они 50% своего рациона точно покрывают вот травкой, если есть выпас, какой-то выгул для них. Ну и выполняют свою функцию, кроме как пищевую. Вот, также они борются с лишней травкой в саду. С лишней травкой после того, как в огороде снят урожай и перед пахотой они держат в порядке огород. Также, ну, в общем, для меня лично, в моей ситуации, гуси — это неплохое решение. С соседскими собаками они, гуси, уже подружились, они их не трогают. Ни собаки гусей, ни гуси собак. Все в гармонии.